При производстве строительно-монтажных работ по замене теплотрассы по улице Темирбекова произошел порыв водопровода. Сейчас производятся восстановительные работы, ремонтные, и в течение часа до вечера мы будет водоснабжение восстановлено. Сколько домов остались без водоснабжения? Без водоснабжения остались 5 домов у нас. Это какие дома? Вот по улице Абая или по Аульбекова, Темирбекова? Между Абая и Аульбекова, да. Получается. А почему вообще произошел такой инцидент? Ну, вообще, по проекту вот, очень много коммуникаций, которые не отражены в проекте. И, соответственно, определить очень сложно, где эти коммуникации находятся. И, ну, соответственно, происходят такие ситуации, что и порыв происходит. Ну, и, соответственно, как бы мы стараемся всегда сразу принимать меры, чтобы восстановить это все сразу. Да, я абсолютно согласен с этим вопросом, чтобы было понимание, какие коммуникации где находятся, это обязательно нужна цифровизация. Кто задействован вот в ремонте? Действительно ли вы управитесь в течение часа? Да, нам представители Суварнасе здесь находятся, посильную помощь оказывают в устранении вот этого порыва. И я думаю, совместными усилиями мы это быстро сделаем и восстановим водоснабжение. Да, но проект двухгодичный у нас. В этом году мы заменяем теплотрассу только до улицы Аульбекова, а со следующего года дальше продолжение до улицы Ашимова у нас. Ну и, соответственно, вроде все успеваем. Нам сейчас самый важный вопрос – это дать тепло, своевременно дать тепло людям. Спасибо большое. И, пожалуйста, представьтесь. Я являюсь региональным директором ТО «Сапак-Крулус-2007», который является подрядчиком именно на этом объекте. Имя фамилия? Тимбаев Жандос Куанышбаевич. Рахмет.